Всем привет, меня зовут Дилкина, я всегда буду выбирать всякие резкие игры. Сейчас я сделаю музычку потише, а вдруг сейчас заорёт. Так, ну здесь мы будем в пожарку симулятор играть. И, кстати, это мне напоминает симулятор. Значит, бензинчик, да, нет, эта игра напоминает на один симулятор. И тушим домик, тушим. А, вот он так и душит, сам, офигеть. И ты получаешь за это бабки. Я еще знаю такую похожую игру, в которую я играю часто. Ну, конечно, я уже там даже делала свое день рождения. Вы должны сделать. А чё 0%? Ой, телефон. А, это все? А, я уже все? Я, значит, почистил? Да ладно, немножко я дома помыл, да ну ты чё? Это не может быть! Это не может быть! А всё, я налил. Когда душим домик. Вот, туши машинка! Иначе ты взорвёшь, они. Дурыми, 4, 5%. Машинка, не гори, иначе взорвёшься! Машинку тушим, иначе у нас останется. А, быстрее, 3, 2, отнять. А, все, она потушилась. Я думаю, то, что она. Опа. Вот это домик. Это что такое? Это пожарное отделение горит или что это? Это пожарное отделение? А, это дом, наверное. Наверное, дом. Я сначала подумал по часам. Пожарное отделение. Воды миллион. О, зона открыта. Чё так быстро? Машинку одну помыл и всё. Чё так быстро? Я хочу эту хрень купить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тушись. Она не тушится. Ага, или тушится. Не, она тушится. А, всё, потушилось. Давайте как бы купим что-нибудь. Я думаю, что это магазин. А где магазин? А, вот он, магазик. Чё так далеко? Ладно, давайте домик ещё помоем. Чтобы монетки добавить. И домик легко тушится. Я вот не понимаю, как. Домик тушится, так, все. Надо теперь это магаз, что? А да, это магаз. 1500 баксов у меня, понятненько. Ну да, нормальненько. Только почему нельзя здесь открыть и уже сразу купить? Вот. Не могу купить, у меня бабок не хватает, что? Они говорят то, что открылся магазик. Ой, апгрейд. А, наверное, вот эта банка, да, она. Это мне напоминает на один симулятор. Вот, за 1000. И все. У нас теперь вот здесь вот намного больше. Ну как не намного, но больше стало. И теперь тушим. Давайте все здесь потушим. Для вас пройдет 1 микросекунда, для меня 5 миллионов лет. Вот так вот я заборчик почистил. И прям идеально хватило. Давайте еще одну ламбу, по-моему. Только надо залиться и будем ждать. А ты нубик. Конечно, есть здесь написано, что нубик. И Бэдвас никогда не вернется. Бэдвас никогда не вернется. Никогда. Никогда. Я уже все тестил. Ну быстрее набирайся, а. Найс. Давайте эту тачку потушим быстренько. У меня уже 1000 сейчас. Алло, машинка. Машинку потушить. Давайте еще возьмем. Хорошечно, дурношечно. Вот эти вот. Эти ламбы надо купить.
по ощущениям, как будто я не лежу по жаромонии. Потому что я играю в такой симулятор, я могу. Но если вы поставите много лайков под этим видео, например, минимум 10. Ну или 5. И кстати, опа. А, все, можно купить что-то. Ура, у меня новый пистик. Если с него будет приходить больше, кстати. Там еще вроде такие штучки есть. Как телепорт. Это магаз? Нет, это не магазик. Телепорт. А, все, я понял, что это телепорты. На спав надо нажимать. И вроде там еще надо. Есть так. А, нет, вот такого. Ну, наверное, больше пространства будет занимать. Если так, то это не прямо такой наглый пулон одного симулятора. Потому что на этом симуляторе, на другом симуляторе очень много обновлений. И сейчас быстренько помоем этот домик. Ну еще забудь. Сейчас пройдет одна микросекунда. А, быстрее! Быстрее моет! Я понял, что это за пистик. Ну, для вас пройдет одна микросекунда, для меня не будет. Хотя, когда все так быстро тушится, что для меня тоже одна микросекунда пройдет. Вот уже заборчик мы помыли, теперь можно домик помыть, только у меня мало водички. И, кстати, быстро карты открываются. О, там парк, я хочу к нему. Давайте на парк пойдем, телепорт. Я что, на парк? Вау. Тушись! Оно не тушится! Офигеть, оно не тушится! А все тушится, тушится, тушится. Нет, каруселька, не гори, не надо гореть, ты жить еще. А вот тут фонтанчик. А как этот фонтанчик кинуть? Никак. Не, я на лошадках хочу. Только не... Зачем морожка? Что здесь написано? Что здесь написано? Кенверал, ленти. Новая зона открыта. А чё так быстро? А чё так быстро? Я помыл всего лишь 1%. Так, телепорт. Набираем водички. Ну давайте помоем эти все домики. Для вас пройдет одна микросекунда, для меня миллион лет. Так, мага, можно что-нибудь купить. А, вот пистик. Ну пошли дальше мыть. Так, у нас что-то новое открылось. У нас... А, 2000, у нас еще... Вот что. Так, давайте когда... Не показалось то, что у меня тройной был. Так, ну давайте найдем бензинчика. О, представьте, это был бы бензин. Сейчас бы просто было бы прикольно. Ну, дальше горим. И дальше потом тушим. Кстати, я почти эту всю локацию потушил. Не понимаю, она написана. Надо помыть. Или это... О! Офигеть! Я лазу по дому. А что, так можно было, что ли? Я на домике. Салют, он уже видит! Я не знаю, слышите вы это, салют, но сейчас не Новый год. Я не знаю, зачем мне для видеоролика с ним мешают снимать. Здесь салютить, усюете. Ладно, я пока что помою с этими салютами. Для вас пройдет 1 миллисекунда, для меня миллион лет.
О, солючки прошли. А вот мы и весь дом, и уже эту локацию всю помыли, это очень круто. Давайте когда следующий помоем. Конечно, я не знаю почему, надо всего лишь помыть 1% и уже все. Ну ладно. Что он не моет? А, я понял, что. И показано то, что нужно 95%. Ну, как всегда, опять салют запускают вне Рождества. Типичность-ка. Ну... Салютики тому бан. Все, бан, кто салютики запускает. Бан! Это бан! Все, бан, кто салютики запускает. А может это третья мировая, а? Это все, салютики перестали запускать. Ну, слава тебе, Господи. Салютики перестали запускать. Уже сложно это чистить и мыть. Давай, мойся, мойся, мойся! Ох, показался салютик. Никаких салютиков здесь нет, пацанчик. Дать мусор будет, по-моему. Хорошо, и 47 баксов дали. Ну, нормально так. Давайте тогда там помоем. Ой, я про. Я пофиг, я здесь должен все чистить. О, что можно купить? 5, не, я хочу купить это за 5 лямов. Только это не лямчики, а 2 лямчики. Ой, это что такое за огромный бак у тебя? Ну это мы уже здесь все почистили, так что давайте, когда сити. Ой, господи, здесь все горит, помогите, у нас здесь... Дом горит, а! Опа, 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 пасмила, папа, опа, 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 пасмила, папа. Ну блин, что так быстро все? Что так быстро все? Ой, все, нафармились. А в конце я покажу, с чего сделана эта игра. Для вас... Сейчас я помою этот домик. Для вас пройдет одна микросекунда, для меня миллион. О, можно что-то купить. Это 6 тысяч, а вот это 5 тысяч. Так, давайте тапнемся. Я что, не ступил, не буду видеть вот эту ерунду. Ну ладно, ок. Опять для вас пройдет одна микросекунда, для меня миллион лет. А, это бан горит. О, все бабки сгорят. И никто не будет получать бабки! Хотя я бабки получаю. А, наверное, я
тушу-банк и его одновременно... Нет, бабки, не горите! Нет! Нет, бабки! Нет! 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 О, у бабки. Слава богу, то, что картина не горит. Это слава богу. Бабки, не горите, бабки. Что, бабки вроде не горят. Или горят. Бабки, это вроде обычная бумага. Опять мамонта заскамили. Мне ведь раньше говорили, то, что деньги несгораемые, они прочные, господи. Это раньше было все очень прочное. Nokia 3310, ему, наверное, уже 1 000 000 лет, а он не разбивается. Как современный iPhone падает с 1 миллиметра, а он уже все в дребезги маленькие. Просто тиктокеры, которые просто снимают про эти айфоны новые, они всегда разбивают. И даже роняют с 1 миллиметра, и просто интудес. А Nokia 3310 просто взрывают петардами, заливают лаву, им плевать на все, что с ними делают. Господи, что здесь творится в этом мире? О, он не ответил этим солнышком. Фига себе. Тушим. Да, тушим, пацанчик, тушим. Тушить надо все. Тушим. У меня уже недостаточно 1 000 000 баксов. Так. Я знаю, что это копия какой-то игры. Но я помню, где игра в какой-то против того. Так, это вроде чей-то дожилой домик. Это фура? А нет, это не фура. Ну, слава тебе, Мартин. Так, что здесь у нас дальше? Вот это что такое? Не знаю, что такое. Ой, что-то новое можно купить. Давайте посмотрим, что. А, вот. Давайте этот листик купим. Господи, все уже с такими. А, нет. Сначала маленький, а потом тройной. Вот. Какой-то уже профессиональный анализ. Ходит с тройным. Так, давайте когда я тоже апгрейдюсь. И у меня вот такой вот крутой пулемет. Тех, кто не подписан, я таким пулеметом всех застрелю. Вот только не могу его, наверное, повернуть прямо на вас. Чтобы доказать. Вот он, мой пулемет. Кто не подписан, тому будет тудец. Так что подписывайтесь. Быстрее. Иначе вас застрелят. Быстрее. Подписывайтесь. Ты подписался, если нет, тебе бан. Так, давайте когда еще, по-моему, есть этот домик. Так. О, как хорошо. Это просто можно наблюдать. Я сейчас включу спокойную музычку и просто наблюдать. Вот такой вот был кайф, просто все горит, это такой бац-бац, и уже почти ничего не горит. Это очень залипательно, когда ты просто наводишь на чего-то, и просто ты на чиле, на расслабоне. Так. Конечно, зачем копировать какую-то игру, да и еще и первый раз вижу. Так. Я думаю, что это реально надо тушить какой-нибудь дом. Ну, кстати, мне нравятся такие симуляции. И, слава богу, то, что салюты пропали. О, что-то новое можно подберить. Дайте я пока, когда... Кончится, а? Так, давайте Jet Tool Shop.
9000, а там за 6000. О, 9000. О, видел с такой бочкой кого-то. Привет, пацанчик. Новичок. Так, хорошо. И у меня вообще, я просто такой киборг-убийца. Киборг-убийца. Так что я вот такой вот киборг-убийца. Домик, нет, не гори, не гори, домик. Ты не должен гореть. А представьте, вы выйдете на улицу, и там будет такой пожар. Опа, оп, оп, опа, опа, ой. Тушись, тушись, тушись. Так, что я... Опа, здесь машинка горит. А, еще банки не потушил. Я не заметил. А, это или кафе. Так. Часики, не горите. Часики, это святое. Ладно, я когда буду... Помою быстренько вот этот дом, будем, и я буду показывать плагиат. То есть это есть плагиат настоящего симулятора про это. Конечно, там не про огонь, про шар тоже, но это плагиат. И в конце я вам покажу, что это такое. А я пока что потушу. Так, вроде потушили. Ну ладно, для вас пройдет одна микросекунда, а для меня миллион лет. О, можно что-то купить. Только можно я пока что потушу эту кошмар, а то глазам слишком больно. Потому что везде красное, белое, просто все мелькает. Это не очень неприятно глазам. Когда все мелькает. Так, телек не горит. Туалетик не горит, горит. Хватит гореть. Туалетик нельзя гореть. А, все, потушили дом. Дом потушили. Теледом. Бом потушили. Так. Я когда куплю вот эту вот. Вау, какая следующая. О, это вообще что за пулеметище? Мне кажется, мы закончим эту игру за 3 части. Не больше. Ну, вот такой вот у нас получился видеоролик классный. Если вам понравился этот видосик, поставьте лайки. Я, конечно, вам обещал показать пародию этой игры. Ну вот и плей... Ну вот и настоящая версия этой игры. Сейчас я музыку сделаю потише, откуда не можешь. Итого я не знаю, что это за музыка. Ну вот она, вот эта самая игра. Я вам показываю ее. Здесь тоже надо мыть, у меня не хватает, конечно. Вот здесь вот самое бомбящее. Вот мы подходили к крану и набирали отсюда воды. Да, вот отсюда. Но здесь надо за донаты. Смотрите, пунг, пунг. Не, вода не набирается, странно. Ошибка какая-то, не знаю. И надо в море набирать, и так долго надо делать. Это реально бесит. Мне кажется, пожарка поспокойней. Давай, набирайся. Девочка. А, еще я заметил прокол, то, что на проводнику. И, кстати, я начинался прям... Ну, у меня уже одно перерождение. Так, это магазик. Вот, видите, здесь еще вот такая вот штука есть. Здесь донатики есть. И здесь вот такие вот крутые миры. Ну, вы видите, это пародия. Сейчас, я вот там вот, я... Это что, школа? Да, это школа. Комплимент в школу. Вот так вот ты можешь. Моем. Ты получаешь за это бабки. И потом так открываются следующие миры. Еще здесь есть лиды. Так что вот так вот все и устроено в этом клоне. Так вот, мыть, и когда ты вымоешь отдельный кусочек, то тебе... И, кстати, самое имбовое, это когда вот много, очень много, ой, маленьких деталек. Например, вот все. Ты просто, это просто миллион денег.
за один клик. Вот такой вот был клон. То есть оригинальная версия. И сейчас мы будем с вами прощаться. Ну такая вот была пародия. Это что-то не пародия, а настоящая версия этой игры. И всем пока. Ну с вами был Данилкин, и всем пока, как всегда.